ну, воды спасатели, вот там если нападают, что такое? Потихонечку сейчас падало. Сейчас приедет ветеринар, не узнает, как же там. На под набор. А я на вышке сидела. Лена приехала, Сладин то и начал, творишь. Ой, блин. Я сидела, у хати сижу, смотрю тапочки. А чё они оттуда плывут, тапочки у хати. Я за ним потом взирала. Ой, ну, приха. Никогда у нас не было воды. Да, слезла так было. Слезла. Становится этот. Ваши, мы все в одной форме. Я позвонила в штаб, объяснила ситуацию, что так и так у нас нету воды и нету хлеба. Буквально через 45 минут к нам привезли воду по 15 литров, дали и хлеб дали. То есть и занесли, и разлили по этим, по ведрам ребята. И вот. Мне неоднократно говорили, что если что-то такое, звоните по телефону на такой-то номер и говорите, что вам надо. Ну, даже слава Богу, что кроме хлеба и воды нам больше ничего не надо было. Вот, там таблетки, там, не дай Бог, чего-нибудь еще. Поэтому я плохого ничего не хочу сказать. Все у нас было, и вода была. Проблем не было, да, там, если где-то что-то в чем-то нужно помочь, там, воды привезти. Ну, ей помогали нам просто. Это опять! Молодцы, спасибо им большое. Насчет этого это не имеет. Все вопросы решаются, все. Да, люб, с любым вопросом обратись, они все помогут. Все разрешат. Объяснят пока. Понятно. А когда эвакуировали, как там вообще все это происходило? Нормально, все помогали, машину и посадят, и все это самое перенесло. Даже на руках. Даже на руках. На горбушке. На горбушке наезжали. Понятно. Так, приезжали. Ходили по дворам, они каждый день спрашивали, какая обстановка, как. Утром, да, всегда придут, спросят, что надо, воды там, что-то самое всегда. Даже по два раза на дню приходили, все, спрашивают, что надо, хлеб там или воду, спрашивают всегда.